холодный капель. Ну на кого ты жизнь потратил? Ее давно уж не вернуть. Забудь, забудь ее, забудь. О, катились слезы на холодный капель. Ну перестань, не плачь, приятель. Ну поднимайся по чуть-чуть. Давай, найди свое место. Себя забили в угол, не забивайся в угол. И не ищи ответы, посети, когда напуган. Спокойно, стоп, игра. Я в комике, пора рулить вперед, а не тормозить поклонники вперед. Там где-то впереди мерцает свет твоих побед, твоих счастливых долгих лет. И есть всегда надежда, когда кажется, что нет. И есть одна любовь, и есть еще один секрет. Открой глаза, посмотри на небо. Есть в мире столько мест, которых еще не был ты. Беги от пустоты, глаза свои мечты. Живи, люби, люби, живи. Открой глаза, посмотри на солнце. Тебе удача обязательно вернется и улыбнется, засмеется звонко. Увидишь небо, ты в глазах ребенка. Знай, что ангелы не спят, они смотрят на тебя, они смотрят на тебя. Знай, что ангелы не спят, они смотрят на тебя, они. Не нужно убиваться горем. Мне кажется, что все наладится, и ты найдешь себе. Чуть-чуть быстро не нашли нам замену. Но зато мы тут с тобой вдвоем. Ничто нам не помешает. Эх. Элис, можно вас проводить? Да. Привет. Пока. Пойдемте. Нельзя же так относиться к людям. Даже если она вам что-то сделала плохое. Да вы просто не знаете, что она сделала. Вы не знаете, кем она мне была. И вы не знаете, зачем она подошла. Но я-то знаю, зачем она подошла. А я знаю. И Ксюшу. Ладно, ты знаешь Ксюшу. Я знаю, что происходит вообще. Ну, тогда Ксюша не будет больше с тобой дружить. Как ты думаешь, почему? Потому что Ксюша сегодня умерла вместе с тем парнем, который залетел к нам тогда, когда было. Ну... Ксюша! Успокойтесь, с вами... Элис! Почему она такая тупая? Она не понимает то, что ты ей все равно не ответишь. Ведь потому что она тебя не услышит. Ну и что? Но я ее слышу. Я все понимаю. Она должна это понимать. Элис, я лечу к себе. Ты стой! Эх, я ненавижу сам себя и эту Ангелину. Зачем я так поступил? Что он делает вообще? Мне нужно убиться. Лукас! Нет, Лукас! Лукас! Лукас, это я! Это я! Подожди! Не надо! Почему я кого-то слышу, но никого не вижу? Я твоя девушка, Ангел. Ангел? Неужели вы можете спускаться на землю? Ведь я умерла. Я могу это делать, я все вижу. Ты любишь Ангелину. Да с чего ты это решила? Я видела, вы целовались. Это не значит то, что я ее люблю. Тем более она меня поцеловала. Не надо скинуться. Ты даже не сожалеешь об этом, что умер. Потому что тебе не надо умирать. Ведь вся жизнь еще впереди. В том, что я вообще тогда подошел к этой тупой Ангелине. Могу возродиться в человека, если ты мне принесешь алмаз и святой воды.